Всем привет, с вами канал SaproAndroid. Сегодня я хочу вам показать, как сделать универсальную подставку для зарядки для розеток, которые расположены высоко над полом. Для этого нам нужна пластиковая бутылка, ее надо подбирать по ширине смартфона, маркер и канцелярский нож. Я беру для примера бутылку 1 литр. Делаем маркером отметки в бутылке, по которым мы будем вырезать. Наименьшая высота горзин должна быть по высоте смартфона или немного ниже. Вот здесь. Вот. Рисуем так, как я. Вот так. 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 Сюда. И дальше отсюда. Рисуем. Вот такое должно получиться. Дальше это все вырезаем канцелярским ножом. Вот я уже вырезал канцелярским ножом линии. Дальше на дальней стороне вырезаем отверстие в виде ромба. Так, чтобы в это отверстие прошла вилка вашего зарядного устройства. Сначала нужно нарисовать. Вот. Примерно такой ромб. Вот. Далее вырезаем его. Вот, я уже вырезал. И наш держатель уже готов. И давайте я вам продемонстрирую, как это работает. Вот, это наша заготовка. Берем зарядное устройство и втыкаем в это отверстие. Вот. А дальше подсоединяем к зарядному устройству телефон и кладем в середину. И вот такое приспособление. А шнуры вы сможете спрятать в середину. Думаю, вам этот лайфхак понравился. Ставьте лайки на видео, подписывайтесь на мой канал и на мою группу ВК, а также заходите на мой сайт. И всем пока!